Вот. Теперь уже похоже. Да, скоро ничего не останется. Можно будет свои прохождения потом смотреть. Так, сейчас день, мы можем, наверное, все тут посмотреть нормально. Так, что-то и нет никого особо. Да, самый спойлерный видос в мире. И чисто записать все спойлеры, которые я помню в ретро-играх. Ну... быстро это все познается в сравнении. Вот эту категорию коротких видосов у него за 3 стрима можно посмотреть в таком формате, как мы смотрим. Ассортимент, интересно, изменился. Вроде нет. Короче, что происходит? В общем, тут есть какие-то некоторые кланы людей, которые поклоняются различным драконам или типа того. И они называют себя кланами там, светлого и темного дракона. Вот, чуваки из темного клана темного дракона решили нас уничтожить, победить, все такое. Но вот мы воины из этого клана светлых драконов. Мы пытаемся что-то с этим здесь сделать. Так, не знаю. Вот мы себе нашли принцессу, напарники мы спасли крылышками. До этого мы один ходил я. Сейчас я пытаюсь посмотреть, нет ли в этом доме чего-нибудь интересного, в этом городе. Мы пойдем дальше. Это чуваки из клана Ветра, они могут превращаться в птиц. Ну вообще они и с крылышками так летают, так что... не знаю, надо ли это вообще... Ну я осуждаю тематику, Тимур, конечно же. Короче, в домах ничего нет. Научился говорить, Мантис? Так, похоже, нам можно сваливать. Я понял. Да? Ну что там Мантис играет? В последнее время у меня нет особо времени. Так, вот там есть мост. Типа.
Ну, примерно, ух, 2-3 часа. А, Хроно Кросс это еще более долго. Давайте зайдем королю разок. Пойдем дальше. Сколько всего панишерка? А, я вспомнил. Тут подземелье. Нам нужно в него. Серега, потому что у него повторяются одни и те же игры по нескольку раз в сборниках. Это первое. Второе, там у него есть одна, наверное, или две игры, которые чисто соревновательные ромы, которые тоже ничего нового контента не содержат, никакого всего. С ним могу зайти. И он тот же Mario Bros. Super Mario Bros. Проходил раза 4 как минимум. У меня другой подход. Он предполагает, что, ну, по его представлениям, типа нужно пройти все картриджи. У меня все игры. Привет, Нафани. Да, представляешь? Новые враги. Не знаю, Эпик. Но в прошлый раз он все время здесь был. Давай, Панишер, потом ночь. Нет, на фоне не пройду. Вроде говорили, что относительно короткая JRPG, типа на часов на 7. А куда мы тут пришли? Это лучше вообще из этого. Так, это вроде немного лучше. Стоит оно того или нет?
А это что? Хуже. Магазины какие-то бесполезные. Тут, в принципе, все понятно. Мне пока сейчас непонятно, куда идти и что делать. Но я думаю, мы разберемся. Темные драконы вернут нам воду за наше сокровище. Мы не хотим его отдавать. Но соседская деревня тоже страдает. Кольцо — это наше сокровище, он дает нам силу. Там, короче, видимо, камень блокирует реку. Я думаю, нам следующий напарник будет из этого клана. Я думаю, у нас будет какое-то разнообразие. О, это кузнец. У меня была руда, я ему сдал, и он дал мне пилу. Видимо, я так смогу зайти в лес. Посмотреть, могу ли я ее надевать вообще. Ну, видимо, это для использования чисто. Ну, написано, что это пила. Что особенного. Лес на северо-западе страшный. Кто знает, что ты там найдешь? Да, Серегас. Могу стать чем-то наподобие дровосека. Или как лесоруба. Единственное, вот те, кто пилит деревья, они же не лесорубы, не дровосеки. Потому что это в основном про топоры. Так, я же купил кучу травы. Где она? Или их тут больше, просто мне не видно. Вот как она работает. Типа, они в несколько ячеек складываются. Меня зомби сделали. Похоже.
новых навыков не появляются у главного героя. Я могу вообще травы очень много насобирать. Так, где-то здесь был лес. А еще теперь мы, наверное, можем спиливать деревья. Возможно, нам это что-то даст. Просто вот эти яблочные деревья, они выглядят, как будто мы можем что-то с ними сделать, но похоже, мы не можем. Да, пила нам помогла здесь, удивительно. Ага, но пила сломалась. Это их там много слишком. Забавно, этот грибной называется стул. Блин, бумеранг вообще имба. Да, боец из нее, конечно, не актив. Она вообще менее прокачанная. Какие-то новые враги. Давай, Сервус. То есть с них много золота падает. Так, хочу ли я сюда зайти? Вау, как он жахнул сильно.
Травы можно было и побольше. Раз нет лимитов 9. Надо будет потом в лесу походить. Какие-то свиньи непонятные. Были. Зато сколько опыта сразу. За ваншот. О! Длинный меч. Он по атаке сильнее, конечно. Ну, давайте попробуем так. Понятно. Скорее всего, самый длинный проход окажется верным. Да, травы мне, конечно. А, я не то выбрал. Опа, ее убили. Не знаю, как это работает. Ее можно вылечить? Так, нужна жизнь, чтобы вылечить мертвого персонажа. Мне кажется, бумеранг в целом лучше. Он бьет примерно так же. Да. Вот, я думал, он ее добьет.
Как быстро уровни пошли, похоже, тут много опыта дают. Она новый спелл изучила. Этот стол просто так здесь? Похоже, тоже будут падения. У него один хп остался. Был 51 хп, видимо. Что там со шляпой? Мы, наверное, вернем рэнк. Уже есть шляпу, можно надеть. Нет? Так, или я пропустил? Вот Вульфхед. А, видимо, она для волка. Видимо. Примерно понятная логика уже этих подземелий. Тут везде сваливаешь, что нужно идти в самым дальним проходом. Для них много опыта дают. Причем слот-то они как бы не особо сильные. Три стражника. А вот то, что я ей ману не установил, наверное, это не очень.
Бумеранг рулит вообще. А копьеносцев почему-то он больше урона проходит в него. Спасибо, что спас меня. Давайте заберем их оружие, пока мы не ушли. Кому к ним? Ловушка. Короче, он нас отправил в ловушку, и там какой-то пог нами победит. Вот это пог. Летанул. Ну, а от нее вообще, она сейчас бесполезна в плане драки, ни о чем. Но зато она может лечить нас, как второй персонаж. И у нее какие-то спеллы есть. Но в основном такие целительские. То есть мы могли отказаться, мы бы не попались в ловушку. Ог, что случилось? Ты просто так не уйдешь, воин. О. Вот наш напарник, похоже, новый.
Я зашел сзади и освободил шефа, пока вы были заняты. Пока вы заняли их. Ты хочешь сражаться? Давай, ты и я. Как это генерал оказался? Какие-то навыки есть. 40, неплохо. Привет, Алекс. Да, вот вроде продвигаемся немного. Так, Нина ранена. Ну и пофиг. У нас появился второй напарник. Боже. Level up. Вы выиграли битву, но не войну. Река все еще сухая. А че он убегает? Не искали кольцо. Давайте найдем способ сдвинуть камень. Сок и мой враг тоже. Позвольте мне помочь вам. Я же говорил, у нас холд будет. Так, нам бы вылечить. Вообще управление здесь в инвентаре удивительно удобно. Да, на фане, почти конец. Нам еще четвертый напарник нужен. Я думаю, что обычно вчетвером ходит. Хотя подождите, тут же вроде как больше трех врагов не было на в одном бою. Так что, наверное, это пока что наш максимум. Хотя нет, вон в клетке 4 доступно.
меня должно быть две свободных руки, чтобы надеть это оружие. Вот так, по-моему, там у меня еще трава. Да, у меня еще 9 травы есть, оказывается. Я что-то не видел, экономил там. Ну, это не проблема, Эпик. Игра мне нравится. Будет она чуть дольше. Сундуки были, которые я пропустил еще. Рис. Травка на 50 хп лечит. Удобно. Уже другие числа абсолютно. ХП в количестве экспы и в золоте. Привет, Громозека, добрый вечер. Получается, нас может быть четверо врагов, максимум трое. Покры будет. Он сказал, что он мастер рыбак, он может ловить рыбу даже там, где нет воды. Ловить-то он может везде, а вот поймать — это уже другое дело. Сейчас уже 60 золота выглядит ни о чем. Отдыхать спокойно.
Типа, вот что нам это дало? Мы волка встретили. Надо еще идти дальше искать. Типа, а зелье я здесь не могу купить. Или все-таки в этом магазине есть? Нет, тут точно нет. Так, вот здесь мы сможем закупиться. Нам определенно нужно вернуть воду. Что тут есть? 5 пустые домики одинаковые. Вообще в целом, наверное, неплохо, что ПГшка попалась. В плане нам все равно нужно их проходить. Каждый 20 должно быть РПГ как минимум. Если мы сейчас пройдем, то это значит, что в теории еще 35 игр можно без РПГ, например, играть. Так, это он. Агуа. Это Агуа знакомая. Короче, нам нужен робот. Который сдвинет камень. Но это похоже на север, возможно, здесь. Здесь мы не можем пройти без какой-нибудь лодки или какого-нибудь заклинания особенного. Куда я иду? Без понятия.
За них кучу опыта дают. Притом они не сильнее обычных врагов. Так, вот лес, куда мы ходили. Вера. Ну это мы там были. Халявная экспо в автобоях, в принципе, неплохо. Сорок экспо за одну сниму. Я случайно нажал ран. Враги стали часто попадаться. Бумеранг рулит, смотрите, изи сейчас. 2,5 врага, ваншот. Так, я типа зомби сейчас. Благо у нас есть тот, кто может нас вылечить на халяву. Мы что, в робота заходим? Слабее. Он ранга в любом случае. Так, это потом нам откроется. Thank you.
Нам нужен ключ, чтобы заставить его двигаться. Новая версия гриба. Ключа мы здесь не нашли. Вау. Мы опасны. Очевидно, нам не к роботу нужно было идти, а, видимо, куда-то назад. Я просто помню уже про это слово «агва». Чтобы на карте было написано, где что. Ну, как бы карта еще недостаточно большая, так что можем найти. То, что мы хотим. Мясо нам оставили. Ням-ням. Уже лучник наш теперь первым будет ходить. Какой-то новый спел дали. Так, а эти штуки все еще нельзя использовать? Я думаю, что это телепорт. Тоже нет. Колерная экспо. Все вот эти проходы, они просто так. Ни для чего.
А там что? Опа, левел ап. Да. Теперь мы опять первыми ходим. Короче, тут некуда идти. Надо действительно назад куда-то. Но вот последние мне говорили про Агу. И Ромеро там тоже что-то было. Да, пометки на карте названиями мест нам бы очень помогли. Я ничего не помню. В любом случае, если тут у нас как бы нет особо вариантов, куда идти, конечно же найдем это место. Да эти места были. Я не помню, ходил ли я сюда. А, да. Кажется, я помню.
просто обход. Зато мы сейчас тут покачаемся по дороге. Более-менее. Я не такой умею пух. Надо купить этих штук, чтобы на нас враги не нападали, с ними побегать. Как-то проще. Меньше отвлекает. Может, здесь можно в лес зайти, на самом деле? Нет, не похоже. За них так мало дают труп, это что даже смысл нет. Это он все валяется. Он же прыгал там. Так, здесь мы снесли все.
Тут вроде как только два места было. Кроме того, что мы снесли, они были левее. Отстроились уже. Опа, здесь нас статую построили. Говоря, не думал, что здесь будет что-то меняться, думал, все будет так же разрушено. Так, окей. Это все просто так. Единственное, что можно посмотреть здесь в домиках. Нечто ловить. Короче, зря мы сюда приперлись. Мы можем здесь купить. Мы же можем здесь купить. Вот этот Marbles. Но у нас вроде не нападали. Сейчас заживем.
Вроде в эту пещеру мы не ходили. И вообще непонятно, как туда забраться. А этих штук можно было и побольше. Это Винланд. Короче, надо вернуться еще раз в конец, общаться, еще раз почитать. Может быть, мы что-нибудь поймем тогда. За эти хоть экс подаю. Интересно, кого изучать? Посмотрим. Да, кого из все еще
его не дает. Дариус, привет, а ты видел, что там еще есть ячейка по четвертого, которая не заполнена? Мы только недавно играем. Так, это Тантар. Ну я не знаю, просто вот сейчас же 4 ячейки, одна не заполненная. Как бы, ну, наверное, туда заполнится что-то. Просто было бы странно, бы там ничего не оказалось. Может, здесь и будет 3, я что-то не понимаю пока. Долина на севере, каменная. Ладно, еще. Можем сменить порядок. Просто сказали, что мы можем в лесу легко перемещаться, если нас волк ведет. Аго, это где? Аго близко к Ромеро. Ромеро. Ну, еще есть вариант пойти в деревню зомби. Там еще не ходили. Может, это как раз одна из них. Из этих двух мест, которые нам так говорят.
мне про Шарри уже говорил. Алекс Глав я не видел. В принципе, понять сложно, сколько я уже прошел. Вроде бы говорили, что это короткая же РПГ относительно других. Нет, Дариус. Там они вообще как-то рандомно атакуют. Сложно сказать. Работает. Мне сказали, что если волк ведет, то ты по лесам быстрее перемещаешься. Я не понял, что это, я просто набил волка первым. На них я даже времени не хочу тратить, этих слабых врагов. О! Агва на севере, и это Ромеро. Надо с шефом Ромеро пообщаться. Я вспомнил. Какой из них он? Который из них шеф? Этот, что ли? Спасибо от этих зомби, и я вам расскажу про Агу. Каких этих?
И по ночи сюда прийти. Тоже сюда ночью. Зомби съели их животных, они боятся, что они будут следующие. О! Он сквозь деревья может ходить, действительно. Я могу и слева там сходить. Я пропустил. Колодец. Он, похоже, может охотиться. Вау, 5 сразу. Ой-ой-ой. Короче, я зря сюда пришел. Кажется, я сейчас умру. А нам-то ходить можно уже? Бумеранг сам по себе рулит, конечно. Когда много врагов, особенно. Я сюда приперся опять не ночью.
Интересно, если отдохнуть в гостинице, она вылечится? Да. Это сохранение. В гостинице мы уже были. Чем ночь. Так, похоже, это еще не ночь. Это уже ночь. Это? Короче, пойдем искать воду, которая очистит их от зомби. Как ее тут использовать?
Очищающая вода на западе использует воду под домницы. Это не та, нужно идти на запад. А вот эта штука, которую я взял, это бутылка, видимо, которая много воды может в себе содержать. Видимо, про эту пещеру говорят. В которую я как раз теперь могу зайти, потому что у меня есть волк. Пушка очков на кролика он давил. Я думаю, что это рыцарь-призрак. Гея Найт. Гост Найт. Ну, она нам помогает. Здорово, да. Рыбачишь? Привет, молодец. Наташа пугает ее голос. Ну, здравствуйте. Привет, Дэмиан. Так, а тут... А, тут сундук какой-то, что ли? Да. О. Когда конец этой прекрасной игры? Ну, явно не сегодня. Возможно, завтра. Я буду недолго тупить. В лесу можно выскочить. Хорошо. Ух ты, я вас... Хотел посмотреть тот предмет, что я находил. Там-то лучше. Да, немного выше пик дает. Все нормально, игра для меня. Ты раньше играл в оригинал?
Там сундук. Это что за хренота? Амеба какая-то. Амеблок. Между прочим, да. За них мало дают XP, а бить их долго. Так, как к тем сундукам, видимо, через лестницу сверху. Я же правильно иду. Похоже, что да. Ну вообще, Дэмиан, я предполагал, что на дефолтный. Но я не уверен, возможно, будут какие-то исключения из правил. Какие конкретно, сложно сказать. Что там было? О. Надо делать то, что нравится, то, что приносит удовольствие. О, я так стараюсь делать. И для этого нужно перейти от одного челленджа к другому. Значит, так и должно быть. Вот. К тому же противостояние игры это не челлендж, это... А, всё. Это просто способ прохождения игр для тысячи игр. Тысяча игр никуда не ушла. Пройдены здесь игры. Буду туда записываться. Так что я ничего не дропал. Так, мы очистили деревню от зомби. Так, он даст нам табличку, чтобы зайти в вагу. Здорово, Нерт.
Хоть какую-то награду дали, но... Так, типа, куда мы теперь можем зайти? А здесь мы должны найти ключ от робота. Ну зачем дропать игру, молодец. Много ли игр я дропнул за все время стримов? Мы играли в Holy Diver 5 подряд, потом у нас зависла игра, и мы, соответственно, перепрошли ее на следующий день. Понятно, если ром будет вообще неиграбельный, то мы отложим эту игру. В плане, что она будет зависать каждые 3 секунды. И типа того. Если столкнемся с какими-то такими непроходимыми проблемами. Здорово, Старнекс. Опять сменил ник. Ну... Не знаю, мне кажется, в целом не так много игр
которую можно прям запороть полностью. Ну, в любом случае, мы будем стараться ничего не дропать. Я не могу говорить 100%, что мы... Не знаю, что не может возникнуть ситуация, когда мы что-то дропнем, но... Наверное, если такая возникнет, тогда уже и будем думать. Кажется ли у меня кончается место? Так, кажется, это тоже можно надеть. Кто ее может надеть? Там еще вора какого-то дадут. Что вот это я нашел сейчас? А, это броня. Как-то можно выкинуть оружие? Ну или какую-нибудь фигню. Да ничего, вроде дотер нашли хоть куда идти. Я не люблю сильно тупить в играх. Вроде здесь нам повезло быстро разобраться. Карта небольшая. Это будет третья жертва, которую я пройду в жизни. Повязку на голову нашел. Нина, может ее надеть? У меня нет PlayStation 1, и на PlayStation 1 слишком много 3D игр.
PlayStation 1 это не то для меня, не, для меня это не то ретро, которому хотелось бы много времени уделять. По крайней мере сейчас. Да. Так, у меня опять места хватает. Надо надеть и выкинуть то, что старое. Два глаза, два измерения. Все логично. Согласен. Какую-нибудь вот эту фигню. Я не знаю, сколько в сумме финалок в дисках. Я не смотрел, наверное, 3 на NES и 3 на SNES. Не шарю. Два на SNES. Там еще какие-то, может быть, чисто в японском регионе выходили. У меня их нет, потому что у меня только из Америки все варианты. Я босс, который храняет ключ. Хочешь испытать свою силу? Так, он из чего? Что на него может подействовать? Просто попробуем. Ну, Фрост 60 ему снял. Огонь. Интересно посмотреть. Ну, видимо, Фрост ему больше надо. Я ничего про финалки не знаю толком. Сами знаете, я в RPG не играл. Узнаю, что у Клауда меч смешной.
Не знаю, музыка это мне обычно не достает. Его не осталось маны. Практически ни на что. Давайте подлечим, а все равно особо не бьет у нас. Обидно. Она воскрешать умеет? Кажется, нет. Должно было быть какой-нибудь лайф. Я так не могу сделать. Здесь он доживет, чтобы его вылечить. Что такое холд? Да ты издеваешься. Паралич. Помахнулся. Привет, Нагириана. Ну, и будет у нас травой просто закармливать главного героя. Да, есть такое. Мне, в принципе, вот ЖРПГ в новинку, поэтому они меня, по крайней мере, пока что не достают, не надоедают геймплеем. Let's go.
Ну ладно, главный герой разрулит. Прекрасно, ты заслужил ключ. Обыщи этот эту колонну. Серьезно? Заперто? А зачем эти двери заперты? Ну ладно, он сам напросил. Может, можно как-то взломать замки? Я просто не в теме. Теория понятна, если в тот момент, когда мы будем выбирать следующую игру, тут будут сидеть любители JRPG, наверное, шанс, что выберут JRPG выше. Так, а стену я не умею ломать. Любители бильярда. Надо купить лайф. Продать всякое говнище. Например, молодец, что ты подразумеваешь под этим? Есть игры, где нужно набрать определенное количество очков. Ну, в смысле, я так их рассматриваю. Типа, даже если игра бесконечная, ты можешь представить себе какую-то цель и выполнить ее. Так. Только хуже. Спортивные часто, да.
Ну, типа там часто бывает какой-нибудь режим чемпионата. Или можно просто представить, что тебя там можно выиграть у каждой команды или еще что-нибудь такое. Если посмотреть на ну, какой-нибудь NES Mania, там вообще он вертел как хотел, по-моему. Мексикан Раннер. Так, а я не могу тут сократить. Типа вот там есть какая-то игра, ну типа когда ты там умираешь, тебе дают титры. Ну вот давайте я думаю, что типа полноценным прохождением будет там спасти всех членов семьи, найти себе жену и что-то там еще найти сокровище, что ли. Вот буквально такое я видел у Mexican Runner. В какой-то игре, я не помню, там пираты или что-то такое. Ну, в целом мой подход какой к прохождению? Типа, если как бы там, если есть там 5 уровней и финальный босс, то, наверное, это считается прохождением. Вот. Если это аркадная игра, в которой там не совсем понятно, сколько уровней, потому что они там начинают в какой-то момент зацикливаться, наверное, можно считать прохождением тот уровень, с которого игра начинает зацикливаться. Либо просто там таблица рекордов есть. Например, можно считать, занял первое место в таблице рекордов. Либо можно просто придумать, ой, я наберу 100 тысяч очков, и я типа прошел. Если, например, в каком-нибудь футболе нет чемпионата, можно просто, типа, один раз там выиграл, если это какой-то супер тупой футбол. Так, я пробую там наверху. Я, кстати, сегодня смотрел, что там вообще на Sega CD есть, потому что для Sega CD есть флеш-картридж, который на обычной Sega будет работать. Вот, не дешевая, правда, вещь. Мне хочется как-нибудь его приобрести. Мы смотрел, что там у Sega CD. Там где-то, по моим представлениям, там 148 игр или около того. Потому что я там еще хочу исключить некоторые коллекции. Там есть парочка коллекций, которые игры с Genesis просто в себе содержат. В целом я не очень хорошо знаю Sega CD коллекцию, что там интересного есть. Но я думаю, что хоть что-то там будет. Мне кажется, Sega CD можно считать ретро. В моем понимании. То ретро, которому хотелось бы уделять внимание. Я узнаю, что на Sega CD есть Sonic CD и есть Final Fight CD, которая лучше вроде как, чем NES-овская версия. Со всеми персонажами сразу, никак на SNES.
Так, вот мы у робота. Ну и, кстати, в целом, наверное, так, генерал тут тусит. И... У нас все, в принципе, здоровые, но, наверное, мы можем подлечить нашу летающую женщину. Я контролирую каменного робота. Отдайте мне ключ. У него есть какая-нибудь мощная хрень? Правильно. Да ничего. Да, бумеранг сразу всех бьет. А мощный этот рай поджарить, это на самом деле молния. Этот генерал вообще ни о чем уже. Ключ работает. Ого, прям анимация, сердце бьется у робота. Так, я не понимаю. Что эта кнопка делает? То есть она меня на месте телепортирует. Здесь сундуки найдем. Желудь. Бесполезный желудь. Но вон там есть еще два сундука. Там может что-то полезное. Ключ работает. Робот, отведи нас к озеру. Я вообще думал, что нам просто нужно выходить. Чего себе анимация.
Что я там говорил? Вот на TurboGrafx, на Sega Master System и на Sega CD в принципе очень мало игр. Можно буквально там за несколько месяцев, наверное, целиком библиотеку пройти. Другие уже сложнее. Привет, Шоутайм. Короче, они снесли камень. Теперь мы можем вернуться в деревню. Так, хочу ли я поискать те два сундука? Наверное, хочу. В целом... хотел сказать, мне кажется, здесь у персонажа, в персонажах нет какой-то жизни, просто какие-то болванки все. Еще бы мне известно, просто какой-то чувак там из деревни пошел, не знаю, спасать мир. Там про меня даже толком слова не сказано было. Мне этот волк вообще непонятно кто. Может, я там пропустил часть сюжета, не знаю, не зайдя во вторую деревню. Мотивирует цель, наверное. А так в целом, ну вот, молодец, расскажи, что бы ты сделал. Интересно послушать. Где я хожу, куда, что это? Мы персонажи переставили местами. Варп. Ты чё варп? Ну это заперто. Я не знаю, может она умеет взламывать? Нет. Этот челлендж, он же
направлен на то, чтобы просто играть в ретро-игры разнообразные. О, а еще молодец, можно подарочную сапку от каждого зрителя за каждую пройденную игру. Вот, классно я придумал. У меня мотивация была. Кабанчик я могу убить? Но стрелы слишком плохо летают. Спасибо, Андрей. Опа. Два деда нас рейдит. Рейды работают. Про донатики не почему. Dark Knight, спасибо большое за рейд. Всем привет. Мы тут тоже, в принципе, вроде как уже заканчиваем. Хотел вот пойти сохраниться. Надо будет понять потом, куда мне дальше идти. По идее, тут кораблик тут можно снять, наверное, где-то теперь. Во что играл Dark Knight? На опенборе. Я слышал, опенбор — такой движок для того, чтобы игры писать типа под ретро. До этого мне казалось, что третий Splatterhouse играл. Так, я сохранился, наверное, может останавливаться. Пока таймер, точнее, не останавливайте, ставить его на паузу, как в прошлый раз. Чтобы потом продолжить можно было нормально. Да. Ух. Кто кого рейдим?